Среди других играющих детей она напоминает лягушонка, заправленный в трусы худая рубашонка, колечки ржеватые кудри рассыпаны, а рот длинный, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам сверстниками ее отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчик, не торопясь к обеду, гоняет по двору, забывши про нее, а наш за ними бегает по следу. Чужая радость, так же, как своя, томит ее, и вон и сердце рвется, и девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка. Сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламя, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей блестить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий сосуд.